Законы в Академии наук обязательно должны быть новые, потому что там уже стало болотом. Дело в том, что люди, которые зарабатывают, имеют территории, имеют какие-то площади, руководя какими-то научными объектами, не хотят что-то менять. И, конечно, нужно, чтобы молодые ученые имели перспективу, имели какую-то почву под собой, чтобы они развивались и были патриотами. Для этого им нужны возможности. И то, что депутатам может быть немножко предвзято, им нужно все-таки познать истинную проблему, повариться в ней. И когда они будут объективны, тогда нам надо принять тот закон, который не будет как бы никого раздражать. И овцы будут сыты, и волки будут целы, и так далее. Вот это, наверное, очень важно. Нужно эту историю рассмотреть очень ювелирно, тонко, потому что это все-таки цвет нашей нации, но и молодая поросль, которая сегодня рвется к бою и готова давать на гора какие-то открытия и продвигать нашу Россию вперед в будущее, должны получить какие-то дивиденды и быть неущемленные, неущербные. Иначе они все уедут, и мы опять останемся без науки, без культуры и, так сказать, без образования.